В Самарской третьей гимназии открылся музей воинской славы. Экскурсию проводят сами школьники в центре экспозиции. Истории их прадедушек и прабабушек многие нашли в семейных архивах по-настоящему уникальные экспонаты. Увидела их и наша съемочная группа. Отныне обычный школьный кабинет превращается в музей военной истории. Первые посетители – школьники, они же экскурсоводы. Экспозицию собирали сами. В семейных архивах находили настоящие предметы фронтовой жизни. И главное, открывали новые удивительные факты о своей семье. Прадедушка Оли Бадиной – талантливый художник. Картины, карандашные наброски рисовал в перерывах между боями. Мне больше всего понравился рисунок с танками. Мне даже больше всего понравился из-за того, что я представляла эту войну, то есть как она длилась. И это поколение уже не знает войну по живым рассказам. Своих прабабушек и прадедушек многие не застали в живых. Но то, что война все дальше во времени, не значит, что она забыта. И этот урок истории они точно запомнят. Ведь здесь главные герои – их собственные прадеды. Он был командиром артиллерийской батареи. Но в 1943 году он геройски погиб, защищая свою родину в битве под Курской дугой. Акцию начали еще в январе. Большую поисковую работу проделал каждый класс. Вы создали школьный музей, на самом деле вы сделали гораздо больше. Вы заложили фундамент, то, чтобы сохранить себя, наше общество, ваших будущих, в том числе детей. Учителя говорят, работа будет продолжена. Сохранить в истории память о своей семье смогут и следующие поколения школьников. Ася Кандаурова, Виктор Соколов, Новости губернии.